Система состоит из датчика, двух регуляторов давления и регулятор давления выходного газа. При, как видите, сейчас газ в зеленой зоне. По мере расходования газа из одного баллона система переключает автоматически на расход газа с другого баллона, начинает вестись. Сборка системы занимает 10-15 минут. Подключается гибким стандартным газовым шлангом через хомуты, желательно дополнительный кран, к общей магистрали дома. К стене крепится двумя саморезами, либо дюбелями, что, собственно, не принципиально. К баллону крепление сделано качественно через алюминиевые прокладки. Конечно, со временем, лет через 20, они будут зарасходованы, но на несколько лет их хватит. Также, что поразительно, немецкое качество, сделаны даже дополнительно удобные ручки для того, чтобы откручивать баллон, не прокручивая по прокладке, не портя прокладку. Дополнительно к двум баллонам, соответственно, с помощью переходников можно расширить систему до 4, 6, даже 8 баллонов. Но это уже больше на работу для котла или еще чего-то. Уж так, в принципе, одного баллона хватает практически на полгода, если пользоваться только одной плитой. В общем, система надежная. И самое главное, позволяет менять баллон, что называется, на горячую. То есть, если один баллон у вас израсходовался, вы его можете смело откручивать, при этом газ улетучиваться не будет. То есть, никакой опасности для окружающих система не представляет.